их уже нет. Эра динозавров. Революция динозавров научила нас тому, что динозавры вовсе не были примитивными, тупыми животными. Есть знаменитая цитата Альберта Эйнштейна. Он сказал, что «все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того». Мы десятки лет упрощали динозавров. Они оказались слишком простыми, и тут выяснилось, что они были куда более сложными. Динозавры многое знали о своем окружении и о самих себе. Мы часто связываем размер мозга с интеллектом, но значение размера мозга переоценивается. Для сложного поведения не нужен большой мозг. Динозавры также могли видеть мир куда более ярким, чем прежде считалось. У динозавров, вероятнее всего, было такое же зрение, как у птиц, то есть они видели такие насыщенные цвета, какие недоступны млекопитающим. Раз они могли смотреть на мир и учиться, то у них было больше шансов на выживание, ведь опасность бывает самых разных цветов, форм и размеров. Сто 160 миллионов лет назад в Китае начался золотой век длинношеих травоядных. Это синозавр. Как и многие травоядные, они наверняка жили группами. Хищники, такие как синраптор, чувствуют слабость жертвы.
Урок усвоен. Красный значит опасный.